У них много морпехов. Они послужат материалом для нашей армии. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, мы продолжаем проходить StarCraft 2 The Heart of the Swarm. Впереди нас ждет 13-я миссия, поехали! Главный вход платформы Skyger хорошо укреплен. Прежде чем атаковать лабораторию, нужно уничтожить оборонительные силы тиранов. Итак, нам дадут юнит «Заразитель», может заражать и контролировать боевые единицы врага, способен обездвиживать скопление войск противника одновременно, нанося им урон. Супер, поехали на задание. Этот лифт — единственный способ проникнуть в лабораторию. А также второй по охраняемости объект во всем Доминионе. У них много морпехов. Они послужат материалом для нашей армии. Наши заразители внедрят верофагов в эти гарнизоны. После заражения я использую инфицированных тиранов, чтобы расчистить площадку для десанта. Мы высадимся, прежде чем доминионцы успеют среагировать. Так, круто. Надо будет поработать с заразителями. Как же они работают-то? Микос обездвижит указанные войска противника и наносит 60 единиц урона в течение 4 секунд. Неплохо. Морпехов микозом. Тогда они не смогут сдвинуться с места. Такс. Ну давайте-ка заразим. Не могу пошевелиться. Они гибнут. Вперед к гарнизону тиранов. Быстро. Ладно, 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 ладно. Сейчас. Так, я сменил скорость в игре. Посмотрим, как это отобразится на всем происходящем. Давайте, заразители. О, неплохо. Что, базу сделаем или что? Что будет? Что будет? Что будет? Мне интересно. Заразители могут двигаться дальше. Верофаг сам инфицирует окрестные здания. Мне нужна эта банши. Ладно, сейчас будет. Так, паразитическое подчинение. Опа. Класс. Давайте, заразители. Ну-ка, а если... А, нет, его уже убили. Ну ладно, пофигу. Вот, заразители остаются. Смотрите-ка, следы такие классные. Неплохо. Так, этот сам разовьется. Да, ха-ха, круто. Так, банши, уничтожь-ка эту штучку. Бункерок. Так, надо заразить их микозом. Да, круто. Ой-ой-ой. Перебить всех доминионских сволочей. С помощью паразитического подчинения можно взять под контроль тяжелую технику доминиона. У заразителя закончилась энергия. Чтобы восстановить ее, он может поглотить другого зерга или зараженного тирана. Понятно. С помощью поглощения. Окей. Хорошо. Сделаем. 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 Ну а пока нужно заражать. Подчинять. Панчи. Ну-ка давай-ка уничтожка. Так, а дома я могу брать под контроль? Вроде должен. Заразители внедрили всех трех верофагов в этой части платформы. Теперь зараженные сделают свое дело. Так, и у нас, похоже, организуется здесь база, да? Насколько я понимаю. Вон, тут какое местечко хорошее для базы. Так. Серги заражают комплекс. Открыть газ! О, нет!
Моя королева, газ уничтожает зараженных тиранов. Мы в любое время можем заразить новых. Пусть они убивают друг друга. Химическое оружие. Эффективное средство уничтожения. Резервы Доминиона закончатся. Газ нестабилен. На синтез нужно время. Тогда мы и продолжим атаку. А пока мы останемся здесь и будем защищать верофагов. Ну что ж, неплохо. Итак, ага, газ закончится через... Понятно, и надо будет прорываться в этот момент. Понятно. Так, тогда рабочих можно больше. А, стоп, здесь уже все есть? Окей. Тогда претензий не имею. Так, что у нас здесь? Заразителей можно делать. Хорошо. Но под газ подходить, по-моему, нельзя. Или можно подходить? Не понимаю. Сейчас узнаем. Ну, заразитель ХП не теряет, по крайней мере. Ага. Так, ХП у него маловато. Ну-ка, давайте, малыши. Скушать, скушать, скушать. Вот так. Сейчас пойду починю эту штуку здоровенную. Обсервер, как-то он так называется. Он называется научное судно, точно. Так, ну все, будет теперь палить здесь стоять. Давайте, зерлинги. Ладно, пойду заразителями, раз так. Раз тут так весело. Микос. Убейте зараженных. Это единственное, чем мы можем им помочь. Я чувствую, что рядом есть другие гарнизоны. Зарази их, и они станут частью роя. Уничтожьте врага до того, как он доберется до верофага. Ах ты, зараза, ладно. Давайте. Во, ха-ха, круто. Надо бы панчи еще одну где-нибудь достать, ну ладно. База союзников под угрозой. Так, что такое случилось? Ох вы гады, а. Верофага нашего лупят. Ах, ну ладно. Так, то заразителя здесь оставим. Заражение прошло успешно. Теперь лагерь под контролем роя. Мне бы поглотить кого-нибудь. Тирана нельзя поглотить. Что ж делать? Ну ладно, микозом их всех жахнем. Давайте. Микоз. О! Два микоза в одном месте. Доминион уничтожил одного. Ах, из вы гады, а? Лагеря не пострадали. Заразитель может повторно вживить верофага. Так, Керриган. Моя месть свершится. Ну-ка разберись-ка с ними. Чуть они оборзили совсем. Гнев роя. О, да. Прекрасно. Так, ладно. Чуть я слоупочу. Надо побольше рабочих делать. И заразителей. Где они у нас тут? У доминионцев закончился газ. Чтобы восстановить подачу газа, понадобится время. Атакуйте вместе с зараженными. Убивайте всех на своем пути. Так, одного я тогда туда отправляю. Этого отправляем сюда. И поехал замес. Поехал замес. Те гидралиски тут пусть стоят, помогают. Тихо, тихо, тихо. Обходим, обходим аккуратненько. Оп, заразить. Доминион проводит эксперименты над живыми зергами в этих лабораториях. Если разместить здесь опухоль, можно заразить их и получить хранящуюся внутри биомассу. Заражение распространилось на ближайший лагерь. Так, где? Как опухоль разместить? Надо сначала этих убить. Для этого мне нужна Керриган с ее суператаками. Так, ну и, конечно, нужно делать не только заразителей, безусловно. А, собственно, где строители-то, мои дорогие? Вот они. Шпиль. Конечно, нужно сделать шпиль. Куда ж без него? Так, Керриган.
Что на это? Давай, добивай уже наконец эту штуку. Вот так, прекрасно. Рой поглотит все. Пощады не будет. Я позабочусь об этом. Добиваем здесь. Все падут перед Роем. Прекрасно. Защищайте лабораторию. Мы карающий меч Доминиона. Да-да-да, бла-бла-бла. Карающий меч Доминиона и все такое. Моя месть. Прекрасно. Облечимся, и надо распространять опухоли в разные места. Так, так, правильно. Так, этот заразитель. Давай, кто же дуй сюда? Нам надо туда прорываться. Я понимаю. Что на этот раз? Вперед. Разумеется. О-хо-хо-хо-хо. А, это нельзя подчинить? Ну ладно, нельзя тут нельзя. Они их могут грызть вообще? Нет, ладно, не просто, да. Пофигу. Создайте рядом опухоль. Ладно, сейчас, вот. Окей. Что на этот раз? Давай, Керриган, где тут еще какие есть? Ну, это все ерунда, сейчас тут все повынесем. Они сами напросились. Так, поехали дальше. Все, все поглощать. Так, стоп, а тут у нас еще? Тут-то я совсем забыл. Вот оно, вот оно. Будешь наш? Ха-ха, классно. Так, отлично. Все, танк заразили, классно. Ой, даже теперь управлять можно. Вот я не знал-то. Ладно, буду знать. Всякий пожарный. Ну все, сделал опухоль. А, в чем проблема? Еще одну? Ладно. Заражение распространилось на ближайший лагерь. Отлично. Первая лаборатория заражена. Сейчас наделаем коровок и поехали дальше. Так, а где мой? А, вот же. Красавец. Новая газовая атака уже почти сейчас. Ничего. Ух ты! Это мой шанс. Это мой большой-большой шанс. Ну-ка, иди сюда, Торчик. Давайте, не убивайте его. Вот, все. Доминион начал подавать газ. Зараженные погибнут. Готовьтесь к нападению. Защищайте верофагов. Тор наш. Сейчас починим его научным судном. Так, а тут у нас что? Мы ведем здесь порядок. Я чувствую, что на этой платформе есть другие гарнизоны. Скорее, что это? Хищники? Вау. Что-то опасное. Не нравятся они мне. Ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мои чудесные заразители. Да. Сейчас нафиг наша прахом пойду. Наша миссия продолжается. Кутор. Жахни. Вот так. Супер. Мне бы энергии, но ниоткуда, к сожалению. Так. Я не могу. Давай, 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 захват, захват. Yes. Супер. Так, Керриган, давай работай. Уничтожает нашу. Уничтожает нашу прекрасную. Нельзя допустить. Танк. Выжим все до основания, пока они снова не полезли. Ничего вы не сделаете, ничего у вас не получится. О! Круто! Научное судно схавали. Вот, вот научное судно, конечно, это клево. Это было просто в тему. Твоя королева слушает. Так, ну а теперь, конечно же, я хочу сделать армию. Огромную-огромную армию. Тут еще зерлинги, но это не важно.
не особо важно. Такс, ага, гады. Вот куда вы прорываетесь. База союзников под угрозой. А, нет. Против огнеметчиков они ничего не сделают. Блин, их чинят еще. А, ладно, пофигу, солью. Неважно. О! Давай, научное судно, рули. Так, где мои чудесные? Вот они, мои малыши. Полетели. Шпиль. Учим улучшение. Больше, 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 больше муталисков. Где он? Убит, что ли? А, вот же. Мы потеряли верофага. Его можно внедрить повторно, подведя к гарнизону заразителя. Сейчас сделаем повторно. Че, еще одного уничтожили, что ли? Ай, камон. Наши войска атакованы. Это очень начинает раздражать, на самом деле. Придется воздушку, этот что ли, делать? Этот гарнизон заражен. Двигаемся дальше. Давай, заразитель, работай. Тут, тут один на всех. Сколько там? 14 секунд до конца. Отлично. Сейчас начнем опять уничтожать. Так, надо еще заразителей парочку сделать. Лучше сразу трое. Доминионцы остановили подачу газа. Чтобы возобновить ее, понадобится время. Отлично. Это наш шанс. Так, да. Эльга. Мы заразили гарнизон. Ну все, пошли время вперед. Время пришло. Что на этот раз? Так, я, наверное, да, сюда этом. Сначала, конечно же. Ох, какой поток зомби идет. Классно. Мы адаптируемся. Давайте, попробуйте одолеть. Все падут перед роем. Отлично. Самое время. О! Это мой мир. Не-н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 е. Вот так. Давай, призрак убивай. Хотя надо было его заразить. Ну ладно, пофиг. Так, сейчас кого-нибудь покруче заражу, если есть там, конечно, кто. Нет, тут... А, во, призрак, точно. Давай, давай, давай. Yes. Они атакуют нашу базу. Ни шагу назад. Минск будет страдать. Вот так. Время пришло. Подключились. Разумеется. Еще одного внедрили. Класс. Такс. А, ну все, дальше надо валить отсюда. Тут призрак совсем разберется, я думаю. Клевый призрак. Так, опухоли. Отлично, сейчас будем внедрять. Что на это-то? Заражение распространилось на новый лагерь. Говори. Вперед! До входа рукой подать. Для нас нет преград. Отлично. Силы Доминиона теряют контроль над платформой. Что на этот раз? База союзников под угрозой. Такс. Что тут все у нас? Все падут перед роем. Говори. Эх, гады, убили заразителя. Моя блин, месть, чудесно. Еще один гарнизон пал жертвой заражения. Для нас нет преград. О, а вы кого бьете-то? Идиоты. Мы потеряли верофага. Его можно внедрить повторно. Да повторно. Где опять мы его потеряли? Я не понимаю. Заразителя. Сейчас узнаю. Здесь? Нет, не здесь. Здесь лаборатория. Так, надо, кстати, опухолями заражать. На быстрее. Твою королеву напали. Да знаю, что напали. Ерунда это все, давай. А, вот кого мы потеряли. Все понятно. Моя месть свершится. Говори. Так, это тоже сюда распространяем. Вот. Еще один гарнизон пал жертвой заражения. А, дальше же можно пройти. Отлично. Мы адаптируемся. Время пришло. Ну-ка, верофага,
Класс! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Керриган. Отлечиваемся. Так, все, отсюда уходим. Надо, конечно, опухоль распространять. Заражение распространилось на новый лагерь. Ну, тем лучше для меня. Так, скоро газ включат. Конечно, еще полно это всяких зданий. Мой мир. Так, эту лабораторию нужно захватывать, да поскорей. На твою королеву напали. Моя королева, на нее напали. Ох, елки-палки. Елки-палки, нет. Ах, вы сволочи. Так, а мне нужен заразитель и желательно свежий. Свеженький. Союзников под угрозой. Ладно, свежего, похоже, я не дождусь, потому что далековато они находятся. Мы потеряли Верофага. Его можно внедрить повторно, подведя к гарнизону заразителя. Сейчас внедрим. Доминион снова подает газ на платформу. Такс. Керриган, через сколько воскресится-то? Ладно, подождем. Подождем. Такс, где мои муталиски? А, вот они прекрасные, драгоценные. Так, нужно распространять опухоли. Вот, отлично, еще одна лаба наша. Так, и последняя, третья лаба, она вот здесь, вот. Окей. Сейчас я этих торов возьму под контроль. Ну, за дело. Это не нравится. Рой безграничен. Ладно. Активируйте мост и уничтожьте улей. Очистите платформу от зергов. Вот и все. Глупцы. Так, отлично. Еще один дурафак пошел. А у меня теперь целая куча торов. Тут что может быть лучше, а? Только целая куча муталисков. Мы потеряли Верофага. Его можно внедрить повторно, подведя к гарнизону заразителя. Лагерь заражен, моя королева. Эй, мои заразители. Мои чудесные заразители. База союзников под угрозой. Иду, 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 иду. Всех нафиг сейчас вынесу. Кого? Где Верофаг? А, вот здесь, да, ладно, фиг с ним. Сейчас нового сделаю. Приказывай! Как тут опухоль-то развить, я не понимаю. В какую сторону? Здесь вроде ничего нету. То есть нету начальной точки. Откуда мне взять-то продолжение? Заражен еще один гарнизон. О-о-о, лезут, лезут, лезут. Вы поглядите-ка, лезут. С ума сойти. Охренели совсем. Наши войска атакованы. Все, крышка вам, крышка. Вот. О чем я и говорю, как раз. Так, заразитель. Где-то у нас драгоценный. Как же мне эту лабораторию-то последнюю? Даже не знаю. Мы потеряли Верофага. Его можно внедрить повторно. Блин. Подведя к гарнизону заразителя. Сколько ж можно-то, ребята? Со всех сторон как-то прорываются. А, стоп, стоп, стоп. Сейчас они на Керриган нарвутся, идиоты. Рой вступил в битву. Как вот они тут проходят? Вот это высаживаются, что ли, наверное? Ладно, неважно. Ресурсов у меня все равно дофига. Сейчас сделаем еще коров. Что-то у меня лимит какой-то низкий уж очень. Так. Давай, опухоль, распространяйся. Что же еще делать-то? Я просто не знаю, мы как мне... Мы заразили еще один гарнизон. Как мне, собственно... лабораторию захватить? И почему вот это не захвачено? Ладно, неважно. Подведу тогда к Эрику. Доминионцы остановили подачу газа. Чтобы возобновить ее, понадобится время. Вроде я заразил его. Да опухоль создал. Все вроде в порядке. Но почему-то... А, вот куда я должен ее был подвести.
Можно ее как-то уничтожить? Нет? Никак? Или можно? Ну-ка. Так, можно, отлично. Но! И что в итоге? Я не понимаю вот эту систему опухолей просто порой. Минск будет страдать. Вот откуда мне теперь? А, вот эту что ли брать, производить? Или как-то новые их что ли делать? Но у меня что-то не выходит с новыми на самом деле. То есть не очень у меня выходит. Надо еще как-то к этой пробраться, но я не знаю. Мне нужна еще одна точка начальная. А ни одной нету. Почему-то вот здесь вот, вот эта точка неактивна для действия. Ну-ка. Месторождение минералов выработано. Ну, где? Создать опухоль, есть такая тема здесь где-нибудь? Или нет? Очень странно все это. Очень странно, и мне это не нравится. Так, ладно. А что это у нас здесь? Целый заводик не уничтожен. Не хочется, конечно, заканчивать миссию вот так вот. Хочу, безусловно, забрать все, что можно. Наши войска атакованы. Ну ладно, может я вот этой опухолью пройду до конца. Потому что бывает просто прерывается. Это так раздражает, реально. Очень сильно. Месторождение минералов выработано. Ничего, ничего. О, торчик там. Ой. Там противовоздушные. Мне это не нравится. Ух, ничего себе, 4 штуки. Ну да, правильно. Чтобы я вот так не схитрил, не схалявил. Ладно, заразители. Так, где эта опухоль? Вот она. Окей. Вот, здесь делаем. Ну все, я должен ей пройти, по идее, до конца. Хотя было бы намного удобнее отсюда вот взять ее. Так, где тут улучшение? Поехали дальше улучшаться. Так, рабочие. Драгоценные. Нужно строить базу новую. Нужно развиваться. Так, а вас всех сюда скорей. Вот так вот. Так, тут уже откатилось. Да. Дальше поехали. Давай, скорее. Последнее осталось, и можно миссию уже заканчивать. Собственно, что тут? Что тут уже осталось убивать? Тора этого? Сейчас пойду заражу. Торчик, торчик. Ну-ка иди сюда. Сейчас мы заберем твой торчик. Хотя я его сейчас убью. Когда танк осадный. Мне тоже очень нравится. Такой милый. И это тоже заберем, чтобы это не было. О, взорвали осадный танк. Ладно. Ступим немножечко, да. Ступать никогда. Не поздно и неплохо. Давай, давай, давай. Сейчас дойдем уже скорее. До этой долбанной лаборатории. Я, конечно, туплю, и каким-то юнитом можно создавать опухоли. Но, опять же, повторюсь, я туплю. И не знаю, каким. Почему он базу до сих пор не сделал, я вот это тоже не понимаю. Так, давай-ка. Экстракторов намутим. Побольше. Сейчас газом все зальет, и они начнут свою атаку. Ладно. Я буду готов. Доминион снова подает газ на платформу. О! Еще один тор. Ну, сейчас. Подожди, Муталич, куда пошел? Опа! Теперь тор мой. Обожаю эту тему. Давай, 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 давай. Осадничек. Опа! Да, заразитель успел сделать свое дело. Ну все, теперь здесь тор будет стоять. Платформа сама себя не очистит. За работу. Что вы сделаете? Я сейчас поставлю муталисков, и они всех будут сносить.
Вот и все. Вот так. Другое дело. Так, заразители надо сюда. Ну и Керриган подогнать. Так, да, опухоль, конечно. Как я мог забыть. Невыполнимая команда. Невыполнимая команда. Да кто там атакован? Все путем. Главное делать побольше муталисков. Так, а, здесь есть у нас. Собирать. Ох. Сейчас попрет. Сейчас попрет. Тут еще Тор стоит. Там еще два Тора. Да, супер. Сейчас я этих Торов двоих подгоню. Сюда будет вообще шикарно. Да и этого тоже вместе с научным судном. Научное судно захалявил в самом начале. Это, конечно, шикарно. И Керриган на входе. Что может быть лучше, на самом деле? Сейчас жахнут. Ох, жахнут. Так, а супер выстрел у Тора есть? Нет, нету. Ну ладно, неважно. Так, где там эта опухоль? Давайте, за дело, давайте, давайте, давайте. Посмотрим, что у вас получится. Опа! Какие у вас снарядики летят шикарно. На твою королеву напали. Да, с моей королевой все путем. И давай, давай, давай. Надеюсь, это предпоследний будет. В следующем уже, надеюсь, добраться до самой лабы. Ну что, муталиски, повеселимся? Пока что. Повеселимся. Стоп, 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 стоп. Сейчас отхилимся. А, кто это у нас тут летит? А это наш викинг любимый. Кажется, он хочет отгрести. Так, все вылечились? Вот. Еще одну воздушку сейчас прибьем. Ну и все. Можно начинать разрушение. Сеять разрушение. Давай, ну. Вот, все. Газ больше не поступает, моя королева. Наши зараженные атакуют снова. Готово. Все три лаборатории заражены. Теперь биомасса твоя. Да, вся биомасса теперь моя. Твоя королева, слушай. Это круто. О, сейчас пойдем. Разумеется. Разрушаться. Разрушать все. Мне вот эти воздушки не нравятся. То есть антивоздушки. Рой вступил в битву. Я смогу вот эту пушку интересно уничтожить? Или не смогу? Ну-ка. Нет? Она стоит тут такая классная. Как хочется ее вынести. Ну все, теперь уже идет полное разрушение. Прекрасно. Супер, еще научное судно лечит. Тору. Просто круть. Энги не должны прорваться внутрь. Убейте их. Да-да, убейте. И будет. Крышка вам всем, ребят. Сейчас еще жахнем. О. Ну что, вот и все, ребят. Поехали. Мы отлично. Садимся в лифт и полетели вниз в лабораторию. Моя королева, Рой готов вторгнуться в лабораторию по твоему приказу. Хорошо. Пришло время узнать, что там внутри. Да, просто шикарная миссия, просто шикарная, зараженная. Супер, мне очень понравилось, и довольно простая она была, хоть и затянул я ее из-за этих лабораторий.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Встретимся в следующей миссии. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии.